В Саратовском академическом театре оперы и балета прошел традиционный рождественский бал, организованный отделом религиозного образования и катехизации Саратовской епархии. Более 2 месяцев старшие школьники и студенты осваивали вальсы, польки и кадрили. И вот, наконец, само торжество. Чему юным танцорам удалось научиться за это время, увидим в сюжете наших коллег. Звучит торжественный полонез, и пары выстраиваются в строгие ряды. Бал открыт. Возвышенный строгий полонез сменяет легкий вальс. За вальсом быстрая полька, за ней задорная кадриль. Пары легко скользят по паркету. Добиться такого результата было довольно непросто. Исторические танцы для бала ребята специально разучивали на протяжении 2,5 месяцев. И в день торжества смогли продемонстрировать свои навыки и умения. Репетиции у нас проходили в Свято-Покровской гимназии 2 раза в неделю. Ну, достаточно жестко. И требования жесткие, и условия жесткие. Ну, в общем-то, результат... Видно, что ребята научились за эти 2,5 месяца многому. Родители просятся каждый год. Но вот в этом году мы попробовали пригласить гостей. Самые главные наши зрители и люди, которые оценили все, что вот ребята за это время успели сделать, чему научились за это время. В бае традиционно принимают участие старшие воспитанники воскресных школ храмов города Саратова, ученики старших классов Свято-Покровской православной классической гимназии и кадетских школ города, студенты саратовских вузов. На первый бал меня пригласил молодой человек, и это было моей мечтой с детства, чтобы участвовать в каком-либо бале. Я с детства любила читать сказки, книжки, где молодой принц приглашает незамужнюю девушку на бал, и тоже хотела стать частью этой сказки. Вот мне в прошлом году удалось, и я с удовольствием пришла на второй. Если честно, с самого начала казалось сложным все, но потом уже как-то под конец, то есть близкие к балу репетиции уже были более простыми, то есть я уже на автомате все делал. Самое сложное для меня был вальс. Вот. Я не знаю почему, но мне он давался тяжеловато. Бал длится несколько часов. В перерывах ребята подкрепляются за праздничной трапезой и снова спешат в зал. В программу вечера также вошли конкурсы и викторины, различные игры, подготовленные участниками встречи. Впервые на балу звучала живая музыка. Инструментальные произведения исполнили студенты Саратовского областного колледжа искусств. Рождественский бал в Саратовской епархии проходит уже в 9-й раз.